прекрасен наш мир, но прекрасней вдвойне мир работающей молодежи! Три дня девушки и парни до 35 лет показывали свои творческие способности, удивляли вокальными данными и пластикой, общались и учились. Вот она, непаханная целина, рабочая молодежь. А рабочая молодежь, надо заметить, вот смотрите, как она просто грудью на амбразуру кидается. Им хочется этого. Значит, раз им хочется, надо им это дать. Конкурсы и мастер-классы по вокалу, хореографии, речи, а также состязания визитных карточек команд проходили в детском оздоровительном лагере «Дружба». Одержать победу на фестивале можно, но не просто. О том, как стать первым, рассказала председатель жюри. Энергичным, эмоциональным, ярким, с настроением все это нужно преподнести каждому участнику в отдельности и всей команде вместе, потому что такой позитив должен быть, такой настрой. Нефтеград на фестивале представляли команды «Татнефти» и «Трубного завода». Выступление нефтяников было выверенным до мелочей. Визитная карточка поразила зрителей и членов жюри. Классический вокал тесно переплетался с современными танцами. У нас есть певцы, есть танцоры, есть у нас замечательный танцор, который танцует молодежные танцы. А есть актеры, есть КВНщики, есть певцы, разного рода песни они исполняют. Прекрасные девушки с прекрасными голосами. Визитка сборной детско-спортивной школы по хоккею с шайбой «Ледок» из Нур-Лата получилась простой. Была душа во всех их номерах, и зритель это почувствовал и аплодировал, не жалея рук. Здесь было место и любимому всеми празднику Новому году, и хоккейному матчу с клюшками, но без коньков. Не позволяла сцена. И все в порядке, если только на площадке великолепная пятерка и врата. Наш коллектив достойно представит и, не одержит победу, но хотя бы войдет в пятерку. Мы все-таки команда молодая, новая. И первый раз, я надеюсь, не комом. Награждали команды во Дворце культуры «Нефче». Команда из Нур-Лата победила в конкурсе «Минута славы» в номинации «Творческое вдохновение». Их хореографии «Творческий поиск». Команда «Татнефти» по праву завоевала первое место. Второе досталось трубному заводу. Теперь двум командам из Нефтеграда предстоит выступить на гала-концерте, который пройдет в пирамиде Казани. Ольга Степанова, Марина Юрина, Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ.